գազը Ղարաբաղը Հայաստանի գազը չի, Հայաստանի գազը չի։ Сегодня премьер-министр говорит, что Карабах не находится в составе Армении. В таком случае, что делал мой ребенок в Карабахе? Зачем вы его отправили в Карабах, в другую республику? Ценность жизни наших детей настолько ничтожна, что вы их отправили туда. Вы же говорите, что Карабах не принадлежит нам. Что тогда мой сын делал там? Скажите, что? Отметим, что ранее мать армянских солдат неоднократно перекрывали улицы, объявляли голодовку, требуя от властей ответа на накопившиеся вопросы. В частности, почему их сыновья должны были умирать на чужой земле.